Как дела, ребят? С вами Flutter Green, и сегодня мы будем смотреть доставку пиццы. Пони Страшилка, и, конечно же, это Пони Страшилка про меня. И перед началом я покажу вам вот топовые комменты, я не знаю, и люди, которые сделали спонсорскую подписку. Спасибо вам огромное. А если хочешь тоже попасть в ролик через комменты, то пиши комментарий, а если хочешь через, собственно, покупаешь подписку, и ты в ролике, скажем так, типа 100%. Так что, да, мы сегодня будем смотреть эту пони-страшилку. Что ж, давайте-ка начнем, что ли. Это все всего лишь история, помни об этом. Ну ладно. Приятного просмотра. Чё, чувачок, давай в пиццерию Фредди позвоним? А ты типа номер знаешь. А я типа читал, что до пиццерии можно через скайп дозвониться. Время ты парить. Ты реально веришь в это? Это же игра, блин, компьютерная игра. Какие нахрен звонки? А чё, ты струсил? Цыплёночек. Чё за дела? Давай свой номер или что там? Сейчас сам все сделаю. Вообще, опять же, хочу сказать, что, ребят, если я вейплю в ролике, это не имеет ничего плохого. От этого не умирают, от этого не заболевают. Вейп не нас... Это не сигареты, его не курят, его вейпят. Или парят, я не знаю. Я просто объясняю еще раз, потому что... Когда я делал реакцию на 8-й этаж, я там повейпил, и тут начинается волна хейта. Ты чё, куришь? А? Это была шутка, когда я подметил, что на курение, а сам начал вейпить. Типа, не понимаю, как вообще можно курить? И в этом все дело. Окей. Ну что? Готов? Звоним? Ну звони, телефонный хулиган, блин. Так я не понял. По скайпу, серьезно? Так я не понял, они хотят заказать пиццу или они хотят похулиганить? Алло, здравствуйте. Это пиццерия Фредди Фазбера. Могу я услышать Чику? А может быть Мангл не занят? Или Фокси? Что? Неужели все пиццу разносят? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что ж, тогда я хочу сделать заказ. Мне, пожалуйста, одну маргариту, две с двойным сыром и острую для моего брата. И побыстрей, иначе не получите чаевых. Ждем. Принято. Окей. Не понял, чё, я реально в пиццерию дозвонился? Фу, ты дурак? Это же явно аккаунт такого же придурка, как ты. Как ребенок себя ведешь? Ой, да отвали, а! Главное, кто-то на той стороне принял вызов. Вот откуда ты знаешь, что это не пиццерия Фредди была? Ну и братец же мне достался. Я сам тоже не понимаю, что за дела? Звонит по скайпу, заказывает пиццу, а кто-то взял и принял. С интеллектом лосося. Причем тут... Сравнение с лососем. Вставай! Слышишь, вставай, блин! Чё тебе надо? Вставай, говорю! Эти тут! Аниматроники! Чего? Тебе дело? Вот это я называю тайминги. Одновременно сказали чего? Что? Нефиг ночью меня будить с этой фигней. Иди отсюда, дай поспать. Посмотри в окно, они там! Все вместе там! Стоят под окнами и в окно смотрят! Вставай, говорю! Ты ведь не отстанешь, да? Встаю, встаю! Ну, видимо, да. Чё, где там твои эти аниматро... Какого хрена, чувак? А я тебе о чем толдычу? Видишь их? И что нам делать? Это твои проделки. Дружков своих подговорил. Давай, звони им, отменяй заказ. Дебилы. Ты охренел, что ли? Ты что, не видишь, как они выглядят?
Это реальные аниматроники! А я, блин, терминатор. Ща выйду, отхреначу твоих дружков, а потом и тебе лещей пропишу. Да ты посмотри, идиот! Стой! А где Бонни? Тут же стоял только что! Ой, валенок! Напугать меня решил, да? Ща я твоего Бонни живо с лестницы спущу. Кто там в этом костюмчике сидит? Володька, поди! Дружок твой закадычный! Хана твоему дружку! Или сам откроешь? Какой он жесткий! Да послушай ты меня! Это не приколы! Это самые настоящие, то есть компьютерные, то есть, ну ты понял, это аниматроники! Пой, птичка, пой! Хорошо поешь. Короче, мне идти, да? Ладно, только потом не обижайся. Просто голос очень похож. А в репу не хаш? Ты что, тварь? Руку отпусти. Как будто они, знаете, вот бывают такие ситуации, что два каких-то человека начинают вот так вот драться. Типа, такое чувство, будто они и вправду так дерутся сейчас, потому что как бы звук такой. Руку отпусти! Окей, меня украли, отлично. Слышишь, это реально эти твари из игры? Чуть пальцы мне не сломал этот заяц поганый. Хорошо, я вывернуться успел. Чё там? Посмотри, вернулся он к остальным. Да, стоит ублюдок. Чё делать будем? Может, в полицию брякнем? Ага, и скажем, у нас тут звери-убийцы из компьютерной игры. Приезжайте, спасайте нас. Думай, ты же звонил. Как эту хренотень прекратить? Не знаю я. А может, заказ пиццы отменить? Хам, чё за бред я несу? А может и правда, они пиццу доставили? Ну типа, да. Типа, заберем, заплатим, и они отвалят. Сам забирать пойдешь? Ну, давай через окно. Я им деньги выкину, скажу, чтобы пиццу оставили и валили во свояси. Ну попробуй, смельчак. Эй! Вот деньги, держите! Только уходите, отстаньте от нас! Две купюры по 500 гривен. Отлично. Брат! Брат! Ах ты, тварь! Отпусти его, гнида проклятая! Брат, нет! Окей. Ранним утром дворник, пришедший расчищать дорожки возле дома, наткнулся на два изуродованных тела. Снег вокруг них превратился в замерзшую корку льда от крови. Рядом с телами лежали четыре коробки остывшей пиццы. Стоимость заказа пиццы в пиццерии Фредди Фазбера равняется жизни. Знаете, это могло быть страшным, если бы это не было связано с персонажами игры. А, «Ночь на кладбище», окей. То я думаю, кто же это, может быть, озвучивает? Это «Ночь на кладбище». Забавно. Так, что она еще написала? Эй, Бубсик, разверни описание. Ребят, простите, что долго не было видео, просто... Все видео я делаю на планшете, и, конечно, матушка, день учеба и бла-бла-бла. Надеюсь, что Flutter Green увидит мое видео и посмотрит его. Да, я посмотрел, собственно. Гляди, я сделал реакшн еще. Что ж, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр, и всем пока!